Приветствую вас, дорогие мои друзья. Пирамида номер 2. Я попала в суп. Нет. В тропики. Воздух увлажненный. Прекрасно. Очень. И такие цветочки. И вот это дерево магнолия. Я крымский житель. И хочу вам сказать, оно очень красиво цветет. Бутоны такие необыкновенные. Но здесь я сейчас не вижу цветов, еще не подошла пора. Итак, дорогие мои, вот еще разные виды. Ой, какие вот так я люблю. Вот эти вот красоты такие необыкновенные. Так, еще дальше. Вот это ядовитое считается, но лечебное растение. Вон там красные рыбки, золотые рыбки плавают. Вау! Ой, как сказочно красиво! Тропики — это моя любимая стихия. Вон далее рыбки. Видите? Золотые рыбки. Замечательное растение такое необыкновенное. Вот. Это крымские. Это все виды крымские. Вот, пожалуйста, тропики и субтропики, они растут. Вот так. Папоротник. Так. Очень много дополнительного звукового оформления. Да, такая сказка. Похоже на что. Сейчас мы прочитаем. И вот такие вот цветулечки. Итак, идем дальше. Папоротника очень много, разные виды. У папоротников разные виды. А вот еще